летим на сочинский фестиваль в бизнес-классе. Ждем, пока нам принесут майот. И... Вы что будете, рыбу или курицу? Я Амар. Амар? Я Амар. Мати Садко трек. Мати Садко ждут Амара. Мы ждем. Ждем веселья. Наконец-таки добрались в Сочи. Сейчас стоим в аэропорту, ждем человека. В железнодорожном аэропорту. Вот он, огромный аэробус, серо-красный. Вот. Мы начинаем наш влог с сегодняшнего фестиваля. Время 6:20, мы буквально через 5 часов, да? Через 5 часов уже выступаем, открываем фестиваль Сочи Music Weekend. Мы разносим весь клуб в щепки. Я надеюсь, что после нас сегодня будет в Сочи лавина. Собственно говоря, нас встретили. Ничего, Леон, привет. Как твое настроение? Ничего, нормально. Задолбался после дороги. Собственно говоря, все такие. Поэтому на наше опухшее лицо лучше не смотреть после сна. Дорогой Матис, в Сочи все хорошо. Я тебе позже обо всем подробнее расскажу. Приезжай. Ну, по крайней мере, дождем не встречает. Это самое главное. I'm burning, rubber, and trying to get away from this feeling. I'm taking cover, because I can't get hit no more. You're trying to take a part of me. I'm trying to keep my sanity. Trying to forget everything you did before I turn cold. I need to get through the night. I gotta get you off my mind. I just need to count to five. And then when I close my eyes, you disappear. Через 3 часа Сочи встречает относительно пасмурной погоды. Я надеюсь, в горах все изменится. Залетай. Ну все, мы приехали на хату. Нифига нормально. Видочек классный. Пашок, давай сразу на раскладушку. За что я люблю этот отель, так это за прекрасный вид из окна. Чё за кайф? Фак от добро. Сегодня, друзья, я вам расскажу, если вам не дали тапочек в гостинице, но все залито водой нафиг, и нужно почистить кроссы, делайте вот что. Вот щетка, вот вода от Никиты, берем щетку и трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын. Делаем скрейчинг. Всем привет! Я здесь одна на работе. Еще не были ни на одной площадке, но уже знаем, где дегустационный зал и где сауна. То есть где можно напиться на 100 рублей и попариться бесплатно. Поэтому я чувствую, будет весело. I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, don't give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only
one that's winning or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your own damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Едем на собеседование. Я мангальщик. Кафе. Я кальянщик. Да. Я очиститель шампуров. А ты? А он это... Диман, ты... Я так, это поесть заехал. А он не припарит. Он наш человек, который скажет: вкусный шашлык, классный кальян и чистые шампуры. Идеальная команда. Ну что, мы продолжаем наш влог. Припать с очень любимым продолжается. Мы уже отработали, было прикольно. Все ребята поддержали, поплясали вместе с нами. Площадка вон позади меня практически полная. И вот большая часть артистов уже идут спереди. Согласен, первый сет я буду играть, потому что я как люблю такую музыку, а второй сет я буду играть, что я играю обычно. А второй сет, потому что я люблю зомби-пиццу. Бля, он крутит. Короче, я не могу. Японская кухня. Они встретили. Человек удивляется, сколько здесь людей. Включайте прямо, я скажу. Пацаны, вот это музло, блядь. Вот послушай, а как же блядя концерт? Тихо. Нет, Филатов и Карась, вот это мы зло. А, понятно. Нет, реально, 10 дорог, блядь. 10 дорог, нахуй. 120 миллионов, блядь, прослушиваю, просмотров. На Spotify прослушиваю. Миллиард, сколько там, 100 миллионов на Ютубе, блядь. Вот это музыка, 10 дорог. А все вот эти вот.
У нас были ключи. Да, и мы открыли. Прибрались и закрыли обратно. А вот ребята с Астрахани. Есть, Алекс. Кстати, коты замурлыкают. Че пойди, не пидайся. Случился Сочи Мьюзик Уикенд. Мы, собственно говоря, едем домой. Все. И уже, я думаю, встретимся, что касается этого фестиваля, летом.